24-я отчетно-выборочная конференция Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма состоялась сегодня в Бресте. 64 делегата со всех районов первого региона и крупнейших предприятий города над Бугом собрались для проработки стратегически важных вопросов. На повестке дня подведение итогов и отчет о работе структуры, анализ деятельности ревизионной профсоюзной комиссии, избрание Брестского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Самое, наверное, главное – это выполнение всех тех задач, которые ставили мы себе прежде. Это, естественно, это сохранение прежде всего нашей структуры, это сохранение членства нашего профсоюзного, это развитие социального партнерства, это охрана труда и условия труда наших членов профсоюза, это правовая защита, это нормотворческая деятельность. Ну и, конечно, такие более простые для профсоюза и любимые направления работы, как культурно-спортивные, как профсоюзы детям акция, как экскурсионно-туристическая работа. Выражать и поддерживать интересы представителей всех профессий сферы культуры, информации, спорта и туризма. Задача, с которой работники областного профсоюза данной отрасли справляются успешно. В ближайшей перспективе налаживание работы Брестского областного комитета Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма, участие в Белорусском отраслевом съезде, а также непосредственная работа в трудовых коллективах. Одним из результатов нынешней отчетно-выборной конференции стало избрание нового главы областной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма. Ею стала Татьяна Кожанова, начальник управления социальной поддержки населения и стационарных социальных учреждений Комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облсполкома.